Сегодня мы открываем китайские, ну, яйца и такие, ну, вкусные. И вкусности всякие, да, все на китайском написано. Угу. Бутербродики. Тут какая-то конфетка с дядькой. Здесь какое-то яйцо, оно какое-то мягкое. Да. Да, здесь ничего внутри нет, то есть яйца там нет, вот я так тут, понимаю. Тут, и тут. А тоже. Здесь мишка, панда китайский, и тоже что-то внутри нет ничего. Угу. Потом у нас кукурузка. Нам сказали, что это мармелад со вкусом кукурузы, да, Ксюша? Да. Продавец сказала. И конфетки какие-то. Вообще будем открывать, смотреть и пробовать. А мы в китайском магазине покупаем это. Да, китайский отдел был, там вот это все китайское решили взять. А давай, я... с чего начнем? С бутербродика, да? Да. Вот с такого. Да. У нас их два, мы будем вот с такого начинать. Да. Ты пробуй, и я буду пробовать. Да. Ты откуси, и я разочек. Ну там отсоединяются они. Получается открыть? Ну-ка. Ну сейчас. А ты так в разные стороны. Знаю. Нет, нет, нет. Вот так? Да. О, да, о! Да, в раз. Да, 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 вот так. Ой. А они запакованы еще. О, еще запакованы. Да нет. Ух ты, это они в чем лежат? В такой тарелочке, да? В чашечке. А, чем как... пахнет? Ой, они какой-то этой карамелькой пахнут. Мам, какой-то. Какой-то будет с начинку. Но ты откусывай, любой, откусывай кусочек и говори, чем вообще, что за вкус. Тянутся, что ли? Как жвачка? Ну-ка, дай мне попробовать. Вкус куники. О, а они так жуются? Вообще не, жевать не проживать. Ага. Ну, к зубам не липнут. Ну, вкус прикольный, да? Да. Вот такой, правда, как клубничный. Угу. Теперь да, следующая. Вот эта конфетка. Ну-ка, покажи, что там. Угу, давай, открывай. О! Лопнула, да? Угу. Мне везут где дырочка. Вот так же, как тот. А, вот, вот, вот. А, все, да? Да. Ну-ка, пробуем. Это зазывачка, наверное. Это, наверное, конфета. Ну-ка. А! Вот она. Ну-ка. Это, наверное, конфета. Очень... не прокусывается, что ли? Ну-ка, дай я укушу, что там. Ну-ка, откуси кусочек. Получилось? Угу. Слишком сладко. А это жевательная конфета? Ага, похоже, да. Типа жевательной карамели какой-то. Вот так. К зубам, в принципе, не прилипают. Угу. Теперь вот этот бутерброд. Тает на зубах. Теперь вот этот гламельный. Теперь вот этот бутерброд, да, давай. Понюхай, чем пахнет сейчас. Нет, ты открой сначала. Он, наверное, тоже под ложечкой такой вот будет. Он такой, наверное, да, под ложечкой будет? Нет. Вот так, в разные стороны открой. Нет? Давай, я попробую. Ну-ка. Мама! Мам, давай дай себе. Нет, он не получится дальше. Дай я. На, зубами попробуй открыть. Ну как еще крепко запаковывать, ты как откроешь. Большой вкус. Ну-ка, получилось дырку да. сделать? Ну-ка, что там? Давай, открывай. Эх. О! Это что-то похожее. Там ну-ка. Какая-то пудра. Ну-ка, чем пахнет? О! О, что там? О, там что такое? Орешек, что ли, какой-то? Да. Нет, или похож... что такое? Не знаю. Нет, что-то липкое. Ну-ка. Не прилипает. Не прилипает? А что за вкус? Это похоже на безе. Да.
Ой, не на безе, а на эту. Ксюш, скажи, как называется? Бичебот. Нет. Ну-ка, давай ты попробуй еще. Ты полностью кусай. Не слоями. Давай, пробуй. Огроменный. Угу. Зефир, вот, это зефир. Ну-ка. Зефирка. Да. Зефирка, а вот тут что дай? Ну-ка. А в серединке? Да. А посерединке какая-то жевательная штука, которая фиг прожевывается, как резина. А теперь следующее у нас яйцо. Наверное, типа мармеладки. Теперь у нас следующее яйцо. Нет, давай мы попробуем сначала вот. Не, по концу надо. Ну давай. Как разложила, да? Угу. Что там интересно у нас в яйце? Потому что в обычных яйцах киндер-сюрпризы там яйцо, сверху шоколад. Угу. Там открывается. Розочка, там розочка есть. Да, а здесь интересно, что я первый раз такие яйца вижу. Вот увидела, прямо набросились. Ксюша, думаю, надо посмотреть. Да. А мне так интересно, что там, не могу даже открыть. О, вот. О, какая... Опа! Она такая... С ложечкой, это как Kinder Joy, да? Стоп, стоп, там какие-то сайки. Ну-ка, ну-ка. Что-то на Kinder Joy, мне кажется, похоже, да? Да. Или там есть что есть-то? Ну-ка. Да, есть. Как открывается? Вот так. Ну-ка, ну-ка. Какие-то шарики там вон они, внутри прям. А здесь тоже? Да. Нет, там игрушка. Нет, что-то же есть должно быть, потому что ложечка. Что-то съедобное там должно быть. Ну-ка. А игрушки нет. Там, наверное, игрушка. И нет. Ну-ка. Я не знаю, как открыть, мам. Так. А, тихо, ты не сломай. Так, вот мы приготовили ножницы. Ну-ка, слушай, а как это надо разрезать? Стоп, 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 подожди-ка, я где-то видела ножницы. Убежала. Так, а что у нас здесь рожица нарисованная? Такая. Какая-то написана на китайском что-то. Я китайский не знаю, поэтому не знаю, что написано. Но я так предполагаю, что какое-то яйцо. Так, срок годности у нас 2 августа 2016 оно было сделано. А до какого? До какого? Я не знаю. Я не знаю, где ножницы. Так, давай пока оставим. Открывай пока вот это. Нет, вот это следующий. Ну, так он сейчас следующий такой же будет. Он сейчас такой же будет. Нет, давай вот это попытаемся открыть. Попытаемся, но с ножницами, наверное, в ванне лежат. Желтый. Поскакала, поскакала. Мы пока попытаемся без Ксюши открыть. Ну-ка. Что это такое? Пока обзор сделаем. Все! Вот они! Панда на китайскую мишку похож. Во, давай, обрезай. Я не могу. Осторожно. Ты вот, этот кончик, вот, кончик, вот, да, кончики пообрезай. Ну еще, прям поглубже режь их. Да нет, Ксюша. Вот, вот так вот. Да, только поглубже прям туда режь, внутрь. Нет, ты одной рукой держи, а другой режь. Вот, ну-ка стой. Вот, да это все долезло уже, вон дырка. Точно. Тут что? Тут... Игрушка или кушать? Свисток. И что, он не свистит? Ну-ка дай. Обманули нас, что ли? Ну-ка дай. Руками закрываешь. На, попробуй. И свистит. Пальцами закрываешь дырки. Дырки полностью пальцами закрывай. Там же дырки. Я и так закрываю. Вот, полностью вот так. Вот, полностью, вот.
Вот так. О, все. Выкидывай, неправильная игрушка, неправильная. Давай, что вот здесь открывай, там, наверное, вкусности какие-то. Да. Поглубже обрезай, не только... А там, кстати, вот нам можно было ее это... Ну ладно. Тут шоколад. А тут что? Печеньки и шоколад. Вкусное что-то. Печеньки и шоколад. Это не орешки? Нет, печеньки. Точно? А, точно печеньки. Я попробую. Печеньки в шоколаде. Да. Ну-ка. Пробуй. Ну и как? Вкусно? Не очень. Не очень? Угу. Ну, значит так, все же не очень понравилось. Дальше что открываем? Панду. Дальше панду, да? Вот такую там... панду. Так, она как... Вот ты вот... Не надо свистеть. Ну, Ксюша. Ты сначала вот эти, да, раздирай? Да. Вот. Нет, это просто открывается. Там должно без ножниц открываться. Куда с батареей садится? Давай. Вау! Вот, подожди, тут, наверное, не надо обрезать. Тут, наверное... Какая-то машинка. Это машинка. Сначала открой. Вот как открывается. Вот. Да нет, вот же. Вот. Здесь вкусности. Так, а здесь... Вот. А почему? Вот. Ксюша, ну посмотри на мои руки. Вот, видишь? Не получается? Ну, бери ножницы тогда. Все, должно открыться. Там дырка. Нет, не дырка. Дырки нет. Ну-ка, что там? Мне просто уже самой даже интересно. Там свисток, а тут что, медведи? Конечно, за машинка. Угу. Конечно, машинка? Угу. Режь лапу. Ты поглубже возьми. Ну, вот еще резать надо учиться. Возьми вот так ножницами. Туда залезь и разрезай. Знаешь, как запаковали-то еще. Еще не откроешь. Ну-ка, тут... что тут? А здесь так. Такие же печеньки, что ли? Да. Получается, здесь ничем не отличается. То же самое абсолютно. Открой, чтобы показать хочу. Вот. Печеньки, а маленькие печеньки в шоколаде. Я была права. Вот. Моя была права. А здесь машинка. Ну-ка. Я оранжевая была машинка такая. Это Владик. Это Владик, да, Владик. Когда он вырастет. Ага. Так, давай следующее открываем. Кукуруза звучит. Кукуруза. Нам сказали, что это мармелад со вкусом кукурузки. Да. Но сейчас мы будем пробовать, правда, со вкусом кукурузы, или все-таки нас обманули, она сладкая и как конфета. Ну-ка. Че, какой вкус? Кукуруза. Угу. Пахнет вообще кукурузой. И вкус в нем? Да. Мармеладка, да, действительно, мармеладка. Ну, сладенькая, а запах прям кукурузы. Мне понравился. Кукурузный. Мне больше понравился. Ты открой, покажи, какая она. Вот она. О, какая. салатик я тут открыла. Угу. М-м-м. А ты откуда? Так, теперь вот мы эту конфетку открывай. Угу. Угу. Маленькая конфеточка. Малюсенько. Реально со вкусом кукурузы прям. Ну-ка, что там за конфетка? Интересно. Вот она. Ой. Тут интересная какая-то конфетка. Ну-ка, покажи. Ну-ка, ну открой полностью. Покажи. Она какая-то коричневая с белым, как на камушек похожа. Ну-ка, пробуй теперь.
Кусали. Не слом... Зубы сломать, да? Кусается? Вообще, что это? Нет, невкусно? Невкусно, попробуй. Ой, запах у нее какой-то... Какой-то какао. Как лекарство какое-то. Это кофе, это кофе, это кофе. Твердая очень. Это кофе. Очень твердая. Ой, ну да, что-то на кофе похоже, но очень-очень твердая. Угу. Так, давай вот эти конфетки открываем. Две маленькие конфетки остались, розовенькая. И перламутровые зеленые. Какие-то у них фантики. И зеленые. Угу. Ну как? В смысле, она жуется, что ли? А я думала, это карамельки. На, еще тебе. Ну-ка, дай попробовать. Теперь я попробую. Да, а это твоя. Угу. Вот такая конфетка. Карамелька? А вкус у нее какой-то необычный прям. Масло. Мам. О, она еще на этом, на заводе, что ли? На автозаводе? Ух ты! Ух ты! Мама! Давай на полу попускаем. Мам! Кофейку. Мам! Нет, иди туда. Мам, смотри. Ой, она как жук, да? Да, а еще пускается. Она вот так вот, вот там, по кругу. Так. Надо весь стол освободить. Ага, весь стол. Вон теперь тут сладости, смотрите сколько. О-о-о. Ксюша, это все есть. Подкусывала, там машинка въехала в гору сладостей. В мир сладостей, да? Да. У меня сегодня сладкая жизнь. Сладкая жизнь у Ксюши сегодня. Угу, понятно. Значит, что делаем выводы? С игрушки у них по стоимости яйца, конечно, чуть подешевле, чем обычные яйца. Не намного. Внутри у них одинаковая начинка, печеньки с шоколадом. Я думаю, что Ксюша это все-таки съест, хоть она говорит, что ей это не нравится. Ой, не надо. Свисток этот противный. И маленькая машинка. Я думаю, что покупать не стоит больше, не очень как-то. Ой, ну все, сейчас оглушит меня. Просто невозможно. Ксюша, ну что, все попробовала? Что-то понравилось, что-то нет, да? Мне понравился бутербродик. Понравился бутербродик. Бутербродик, которого нету уже, да? Ей понравился бутербродик. А еще понравилось мне. Что тебе еще понравилось? Ты уже все съела, что тебе может нравиться здесь? А? Что тебе может нравиться? Ты уже все съела просто. А еще мне понравилось. А кукурузка понравилась тебе? Нет, я чувствую, тебе не понравилась кукурузка. Я, честно, съела, но мне тоже не очень нравится, так как я кукурузу не очень люблю. А так, а вот бутербродик, вот этот. Это как зефирка. Зефир. Мне не понравилось. Не понравилось. Понятно. А это? Понравилось это? Вот, ей только понравился свисток. Делаем вывод, что мы больше эти яйца не покупаем. Ну все, подписывайтесь на наш канал. Детландия. Ставьте лайки. Всем пока-пока.